Саша, девочка. У нас с Сашей сегодня челлендж. У нас с Сашей сегодня челлендж. И это очень непростой челлендж, ребята. Челлендж. Сегодня мы будем соревноваться в игре в домино. Да. Мы очень любим играть в домино. Да. Практически уже профессионалы. Да. А сегодня посмотрим, кто же из нас победит. Правила простые. Играем 4 игры. Да. За каждую победу персики. Участник получает нектаринчик. Персики. За каждый проигрыш одну черешенку. Да. У кого больше нектаринов в итоге, тот и победил. Да. Победитель получает приз. Суперприз. Да, я победитель получает суперприз. А проигравший получает утешительный приз. А проигравший утешительный приз получает. Домино у нас непростой, называется веселый зоопарк. Там есть и слоны, и бегемоты, и жирафы, и львы, и обезьяны, и попугаи даже. Да. Супер челлендж домино начинается. Ура! Сашенька, фишки перемешаны. Начинаем первую игру. Нужно набирать по сколько фишек? По три. Нет, почему по три? По четыре. Ну как по четыре? Вспоминай. По шесть. По семь. По семь. Итак, по семь фишек мы набираем. Один. Один. Два. Два. Три. Три. Четыре. Четыре. Пять. Пять. Семь. Нет, шесть. Шесть. А теперь? Семь. Семь. Ходить первая игра начинается с хода дуплем 1-1. Если нет 1-1, то 2-2. Если нет 2-2, 3-3 и так далее. Мама, у меня есть 3-3. Нет, это 4-4. Слоны это 4-4. А у тебя есть 3-3, кенгуру. А у меня вообще ни одного дупля нет, значит, это твой ход. Саша начинает. Первая дупля 3-3. Итак, но кенгуру у меня есть, и поэтому я похожу, пожалуй, вот этой кенгуру. С обезьянкой. А Саша ходит обезьянкой. Так, обезьянка и жираф. Вот, пожалуй, я похожу жираф и лев. Вот, у меня есть жираф и лев. А у Саши кто есть? Кенгуру. Кенгуру и бегемот. Ничего себе. О, давай Елса. Елса. Вот это твоя Елса. Два. Да. У меня есть лев и обезьяна. Вот так. О, покажу. А у меня есть бегемот. Бегемот и жираф у тебя есть? Так, а у меня есть обезьяна и слон. Я слонами. Слонами. Саша ходит слоном, дуплями. Саша поставила дупль слоны. Это 4-4, кстати. Да. У меня нет слонов, но у меня зато есть... Чего? Жираф. У меня есть жираф. Сашин ход. Чем же пойдет Саша? Слон? И попугай, да? У меня нет кенгуру, у меня есть попугай и обезьяна, я походила. Твой ход, Саша? У тебя нет ничего? Придется тебе лезть в огород. Итак, Саша лезет в огород. Интересно, кто же выиграет в этот раз, в этом раунде? Что там тебе попалось? Саша сразу достала кенгуру. Ей повезло. Так, слон, обезьяна. У меня нет ни того, ни другого. Придется теперь мне лезть в огород. Но я сразу вытащила слона с бегемотом. Ура! Твой ход, Саша. Опять ты лезешь в огород. Ну, скажи мне, какую тебе, я тебе подам. Вот эту? Да. На, показывай, что там у тебя. Что попалось? Таких тут нет. Лезь еще. Что ты нашла? Два бегемота? Ставь двух бегемотов. Это дупль. Это дупль. Саш, ну, совсем прискорбно, вынуждена тебе сообщить, что у меня есть бегемот, и ты проиграла. Твой первый проигрыш, а мой выигрыш. И
так. Саша проиграла первый раунд, но у нас еще впереди три раунда. Посмотрим. Мама получает нектарин, потому что она выиграла. А Саша получает красивую вкусную черешенку, потому что она проиграла. Спасибо. Итак, переворачиваем фишки, Саша. Ты сейчас будешь мешать. Тот, кто проиграл, тот мешает фишке. Несмотря на первый проигрыш, Саша не расстроилась. Но, к сожалению, и во втором раунде ей не удалось одержать победу. Ну что ж, мой ход. Да. И я выиграла опять. Я выиграла. Поэтому? Кто выиграл? Я выиграла. Я получаю нектарин, а Саша получает... Вишенку. Черешенку. Да. Но в третьем раунде Саше повезло. Ура! Наконец, долгожданная победа! А у меня есть жираф с бегемотом. Я выиграла! И Саша выиграла! Итак, счет становится 2-1. Саша выиграла. Саша получает нектарин, а мама получает черешенку. Да. Итак, начался четвертый раунд. Если в нем победит Саша, что будет назначена дополнительная игра, которая и станет решающей. Я выиграла. И Саша выиграла. Счет 2-2. Да. Так, Саша получает нектарин, а мама получает черешню. И нам придется играть пятый раз, чтобы выяснить, кто же победитель. Сашка, ты одних дуплей набрала, ты посмотри. Да. Твой ход, ты ходишь с любой, с какой хочешь. 1-1. Два бегемота? Да. У меня есть бегемот, вот с такой, с кенгуру. У тебя две кенгуру? Да. У меня есть кенгуру под со слоном. Да. У тебя два слона? Да. Так. У меня есть слон с обезьяной. У тебя есть две обезьяны? Ничего себе. Круто. Это обезьяны с бегемотом. И попугай есть. Попугай есть, да. Твой ход. Я тут. Я посмотрю. Нет, Саш. Убирай руку. Нет, мой сейчас ход. Саша уже поняла, что загнала себя в ловушку. Лезь. Лезь сюда. Бегемотов у меня нету. У тебя нет кенгуру. Бегемотов тоже. Ну, Саша кого-то нашла. Дальше лезь. О, Саша нашла кенгуру. А у меня нету ни обезьян, ни бегемотов. И мне тоже придется туда лезть, Саша. Я тебя загнала. Но я нашла обезьяну сразу. Да. С попугаем. Да. Ну что? Придется тебе лезть опять туда, видно. Кого ты нашла? Бегемота и попугая? Да. Сюда. Я тебя загнала. Нет. В клетку. Да ты меня загнала в клетку. Загнала в клетку. И придется мне искать теперь бегемота. Которого нету? Да. Ты понимаешь, что я сейчас наберу и проиграю, потому что бегемотов у меня нету. Саш, что ты наделала? Там вообще есть еще остались? Я нашла бегемота. А я? Ты нашла двух львов? Да. Ну, лев-то у меня есть, точно. Хожу бы я вот таким львом. Ой, я ошиблась. Можно я перехожу в другой львов? Нет. Нельзя? Нет.
А у меня есть. Жираф с попугаем, вот. А у тебя нету. Лезь. Твой черед лезть. Саша боится проиграть? Да. А, Саша сразу нашла. Она боится проиграть. Интересно. Что это ты боишься проиграть? А у меня вот. Я вот это поставлю. Лезь опять. Вон туда. Лезь. Я выиграла. Нет, ты еще не выиграла. Сейчас мой ход. Да? Саша выиграла. Итак, счет 3-2. Ну что, Саша, ты рада, что выиграла киндер-сюрприз? Да! Итак, поздравляю тебя! Получай свой главный приз, а мне утешительный. Распечатывай, что же там тебе попадется, интересно, да? Давай я тебе раскрою, а дальше ты сама открываешь. Он очень тяжело вытащил. Ой! Так, здесь? Игрушка. Игрушка. Саша никак не может открыть. Сейчас откроет, Саша. А я там буду. Ой, а здесь вкусняшка. Там игрушка. Да. Мы не ту стали открывать. Здесь вон вкусняшка, Саша. Да. Вот эту открывай. На, вот дай это тяни. Вкусняшка. Интересно, да. Какая там игрушка. Может быть, машинка? Саша. Саша, попалась машинка. Ура! Саша, ты смотри. Машинка. Да, на нее надо наклеить. Это машинка из фильма «Тачки». Да. Я только не знаю, как ее зовут. Вот. Такой вкладыш. И вот такой автомобильчик Саша попался. Сейчас мы на него наклеим наклейки. Вот Саша уже наклеивает. Вот такой автомобильчик нам попался. Замечательный. Вкусно, Саша? Всем пока! Подписывайтесь на наш канал и говорите, понравилось вам или не понравилось. Всем пока! Пишите нам в комментариях, понравилась вам наша игра или нет.